Очередной круглый стол завершился в рамках сегодняшней конференции. О его итогах поговорим вместе с Аленой Семичастновой. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о чем вы сегодня разговаривали с коллегами? Наш круглый стол был посвящен различным каналам продвижения, инструментам продвижения брендов наших партнеров, поставщиков внутри торговых сетей, ну и в целом X5. И разговаривали, в частности, например, что касается моей темы, про персональные коммуникации, про продвижение через механики программы лояльности, через различные инструменты таргетинга. Угу. А можно как-то конкретнее раскрыть кейсы, может быть, тезисы рассказать, которые были очень важны? Сейчас достаточно активно в сети развивается инструмент продукт CVM, это продукт персонального промо. Мы говорили про то, что действительно большое количество задач можно решить с помощью персонального продвижения, когда мы с конкретным клиентом взаимодействуем, учитывая опыт его покупок, учитывая историю его транзакций, знания, которые есть о нем у нас через программу лояльности, и персонализируя для него офер, предложения, какие-то конкретные механики, можно получить гораздо больший эффект, нежели чем, например, в рамках массового промо. Угу. Алена, расскажите вот о конференции в целом. Были ли достигнуты сегодня поставленные задачи, и какие задачи вообще стояли перед вами? Но о том, были ли они достигнуты, мы узнаем чуть позже, когда наши партнеры-поставщики будут обращаться к нам с вопросами и говорить: классно, мы услышали на конференции про такой инструмент, хотим, чтобы вы рассказали про него подробно, давайте попробуем вместе с вами поработать. Тогда я считаю, что результаты будут, но в целом задача ключевая стояла — это рассказать про все эти инструменты, показать, какие возможности у нас есть, чтобы наши поставщики, партнеры начали их использовать для решения, в том числе и своих задач. И у нас получилась ситуация win-win, когда мы вместе достигаем нужных там объемов продаж, а клиент получает интересный товар по интересной цене. Вам огромное спасибо, все очень ясно. Ну, тогда будем встречаться на следующих сессиях. Надеюсь, увидимся. С удовольствием. Всего доброго.